ходе акции «Книги Донбассу» жители Ленинского округа собрали свыше 7 тысяч книг. В первую очередь это произведения классиков и детских авторов, энциклопедии и учебники. Цель программы – дать возможность юным жителям Луганской и Донецкой народных республик учиться на русском языке. Впереди новый учебный год, остается совсем немного. И дети признанных народных республик как никогда нуждаются в русскоязычной литературе. Мы прекрасно знаем, что в признанных народных республиках вся литература русскоязычная, она была изъята. За время действия акции удалось собрать 4 партии литературного груза. Книгами поделились неравнодушные жители, а также представители образовательных учреждений и библиотек. У детей, несмотря на то, где они находятся, независимо от этого, должно быть счастливое и безоблачное детство. А обязанность взрослых поддерживать это детство, помогать всячески, чтобы оно было таковым. Через литературу дети получают все. Впечатление, сопереживание героев, радость, успех. И поэтому этой акцией мы решили сделать от детей детям такой вот подарок. К сбору книг подключили и юных жителей Ленинского округа. Ребята лично выбрали любимые произведения, сказки и развивающие материалы, чтобы поделиться ими с ровесниками из освобожденных территорий. Мы собрали разные книжки для детей, чтобы их было интересно читать. Мы даем им книгам вторую жизнь. Книги будут доставлены в пункт распределения для централизованной отправки в Луганскую и Донецкую республики в ближайшее время, чтобы в наступающем учебном году юные жители освобожденных территорий могли читать на русском языке. Олеся Попова, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ.